Эй, привет, друзья, с вами Баш, и я надеюсь, что уже запись идет, и все нормально. Короче, выяснил я, в чем проблема была. Пришлось покопаться, даже разработчику написал по поводу этой фигни всей. Оказалось то, что проблема с Грейвом, или с Грайндером, как он там называется. То есть, проблема тупо в одном блоке. И я множество всяких вариантов перепробовал. У меня были идеи, типа, он крашится, потому что мобы вдвойне сильнее спавнятся из этой травы. Ну и еще всякие там идеи были, но это было, наверное, полдня назад или даже день, так что я уже не помню. Вот. Что я сделал? А, я не остановился на этом, ведь нам нужны были скелетон скалы, не так ли? Я не остановился на этом и начал искать, как нафармить сраную эссенцию, моб эссенцию. И нашел одно интересное замечание. Тинкерс Констракт добавляет ягоды, кусты. Кусты с железом, золотом, алюминием. И есть кусты с опытом. И на ютубе ребята из кустов с опытом делают, ну ладно, из кустов с опытом не самая правильная фраза, но они используют именно их. Делают моб эссенцию. И я такой, а почему бы мне не попробовать? Но основная проблема в том, что они использовали автономус-активаторы. И эти активаторы в данной сборке, конкретно моей, в медпаке 2, в хардкоре, они требуют 4 незерстара. А теперь давайте включим логику. Чтобы получить один Nether Star, нужно 3 Skeleton Skull. У меня не есть ни одного. Итого? Не подходит, казалось бы, но я включил мозги и подумал, что на самом деле происходит в том видео. И понял, что, как я сказал ранее, они используют не именно кусты с опытом, они используют сам опыт. И тогда я превратил это для себя в свое пользу, я не знаю. Всем привет, друзья. Сейчас посмотрим, что здесь произошло. Окей. Итак, что же произошло? Во-первых, там я выяснил, почему на моб-ферме у меня стекло разрушено и прочее, прочее. Это потому, что из мобов иногда выпадает TNT, и он расхерачивает все. Поэтому ни хрена хорошего. У нас night time. Ну тут у нас, как вы видите, сейчас эта надпись дебильная пропадет на весь экран. А, ну да, сейчас пропадет. Как вы видите, Wither Skeleton Scrops, то есть я все выращиваю, у меня здесь уже все замечательно. И теперь расскажу, как я к этому пришел. А, фак. Да сраная дверь. Окей. Нам нужно парочка яблок. Ой, я все съел. Ладно, извините, ребят. Как всегда, начинаю видео, и у меня ни хрена нету. Ни яблок, блин. Ничего. Ни ресурсов. Ладно, тогда придется немножечко при вас потаскать. Я знаю, что вы это не особо любите, но я могу рассказать пока, что здесь происходило. Туда-сюда. Вот вам небольшой намек, что происходило. Я использовал свой собственный опыт. Берри Баши, помните, когда я искал тин в одной серии, мы нашли прощелину. Не помню, где она, где-то. Вот она. И там мы видели какие-то кусты рядом с водой. Так вот, эти кусты оказались кустами с опытом. И сейчас я потаскаю EMC. И нам больше не придется всем этим пользоваться. Да, надеюсь. 62-й день у нас идет. Надеюсь, что как можно скорее мы, да, получим шляпу ведьмы и вообще не буду ни о чем париться. Я, скорее всего, уеду из этой базы. Хотя, может, и не уеду, но не знаю. Просто тогда будут двери все открыты. Как только я получу некоторое количество EMC. Даже не знаю, имеет ли смысл. Да, наверное, имеет зарядить хотя бы на парочку блейсродов, что ли, я не знаю. Конечно, лениво, но давайте зарядим на парочку хотя бы.
Blaze. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, в каждом по две дадим. Будем надеяться, что этого ресурса им хватит до того момента, как я добуду шляпу. Хотя это будет то еще приключение. Так. $5 миллионов еле фармлю. Долго все кликать по одному порошку. Так. Так. Окей. Давайте скрафтим пару яблок. Потому что я все свои съел. Так, эплы. Хотя нет, давайте сначала посмотрим на карту, потому что нам понадобится карта. Чтобы сделать Magic Map, нам нужно 8 бумаги. Поэтому папер. 8 бумаги обязательно. Так, потом. Magic Map Focus, который делается из Torchberries и Raven's Feather. Соответственно, из Glowstone. Еще берем Glowstone с собой. Ну, самые смешленные из вас догадались, то, что мы отправляемся в Twilight Forest. Потому что здесь искать ведьму я не знаю как. А, так, ладно, яблоки. Где-нибудь штучек 10 таких. И штучек 20 таких. Ладно, 15. Надеюсь, этого хватит. А, перед тем, как мы отправимся, я сейчас зачаруем с вами броню. Ведь не отправляться в путешествие без брони. К тому же у нас уже все есть для этих действий. Вот они. Consecrating Essence Berry. То есть, ну, я попозже сейчас покажу, броню сделаем и покажу вам, как я это все фармлю, как я это все фармил, как к этому пришел. Open Blocks просто спас меня, потому что грайндер тупо крашит мир. А без скелетон, визор скелетон скилла я не получаю нужного мне бафа от визорства. И, ну, в общем, это тупизм, тупняк и нафиг его. Итак. Magical Groups. Нам нужны бейс-чармы. 4 штучки. Соответственно, 16 эмеральдов, 16 синих и Extreme Deviation Stone. Шестнадцать эмеральдов. И камень. Вроде бы здесь это лежит. Ага, вот он. Так, ну чего, давайте скрафтим. Апгрейдим нашу броню, так сказать. Бейс чарма. Более мне вот это не нужно. На что я буду обгреживать броню? Я скажу сейчас вам на что. Magical Crops. Мы будем обгреживать ее на... Визор Protection обязательно. Давайте начнем. 4 эссенции визора, 4 зевича. Да, неплохо, он здесь нафармил уже. 4 эссенции визора. 4 зевича. 4, еще 4 надо. Все, на этом мы зафармим. 7 еще остается. Зачарим нашу броню. Давайте смотреть. Собственно, так. Так, Base Charm. Визор Protection. Никаких визор. Визор ядов, едов. Нафиг его. Визор Protection, Protection. А, потом. Зачарим штаны на Poison Protection. Для этого нам понадобится Essence of Nature. Наверное, самая легкая эссенция и один из самых полезнейших зачарований. То есть
Защита от яда. Вы помните, как яд дамажит здесь? Он не убивает, но дамажит, блин, больше, чем не знаю кто. Так. Гем. Чарим штаны. Poison Protection. А, дальше мы зачаримся на Fire Protection. Chest. Fall. Fire Protection. Требует эссенции фаера. Их я тоже уже начал фармить. Ти-тиу. Так. Лишнюю даже взял. И последний ген я... точно не знаю, что я именно хочу вставить, но я думаю, сделаю насыщение. То есть сейчас у меня, видите, одной курочки не хватает. А мы сделаем... С чего он делается? Из... С этой saturation? Да. Из эссенции коровы. Ой, к этому я не подготовился, конечно. Это я не знал, что нужна эссенция коровы. Каусиц делается из Ледхера и Империо. Сейчас пофармим по-быстрому, это не так долго. Раз. Это же не так долго. Ладно, давайте, не буду вас томить. Просто возьмем 10 одну штучку. 4. А, кожа нужна, да? Четыре штучки и мини-сёсицы. Благо кого-кого, а их у меня достаточно. Так. Так. Нужно 4 эссенции коровы, да? Давайте вырастим это дело по-быстрому. Кварц, мини-сё. Расти, эссенция коровы. Нам нужно, по идее, 4 ростка все вырастить, это не так много. И, в принципе, по мне так это будет неплохо. То есть автоматическое насыщение. То есть о еде мне не надо будет париться. Если мне даже бафнут как какое-то проклятие, которое быстро голод падает, то мне даже об этом не надо будет париться, потому что я буду автоматически пополнять свое здоровье, свой голод от шлема. Я бы хотел сделать шлем на Night Vision, но... Проблема в том, что Night Vision здесь галимый. То есть он... Не Night Vision в темноте, а Night Vision ночью. То есть он не работает всегда, он работает только ночью. Так, ты сшивать будешь? Молодец. Вот, а ночной Night Vision, да нахрен вообще нужен? Проще тогда вообще Skip Night сделать. Тоже мне Night Vision. Ну да ладно, давайте посмотрим пока, что у нас есть. Protection 4, Visor Protection. Blast Protection 4, Poison Protection. Projective Protection 4, Fire Protection. Fire Protection 4. Возможно, Fire Protection можно было заменить на просто Protection. Чтобы получить больше брони. Ну ладно, пусть будет. Итак, что у нас там? Еще две штуки, ребята. Еще две штуки, всего две. Давай, коровья эссенция. 66-я difficulty, 63-й день. Заметили разница-то? Раньше начинали как? По-моему, второй, на втором дне начал расти difficulty. Это значит то, что не по одной difficulty в день, а больше уже, чем по одной. То есть дохренище уже прибывает-то. Ну давай, собирай. Так, вроде последняя. Да, еще одна. Come on! Deal with it. Долго растет как. Успеет вырасти до следующего прихода. Он уже близок. Ну, отлично, успел. Сшибай. Уже, по идее, должен шибать. Но ему энергии, скорее всего, не хватает. Пофиг. Окей. Так, 4 коровьих эссенции. Это то, что мне было нужно. Лишнего мне не надо. Итак, Base Charm, Zivicho. Коровьи эссенции.
Saturation. Ну что, делаем последнее зачарование. Без двух куриных ножек у меня голод. Saturation. Бум. Покушали. В принципе, здесь еще отдачу Thorns неплохо было бы зачарить, но она очень требует редкой хрени, которой у меня нету. Ладно, валим отсюда. Что нам нужно? Мне нужно показать вам, чем я занимаюсь. А, мне нужно Safari Net взять, который не single use. Reusable. Парочку штук. Штучки 3 давайте возьмем. Потому что нужно будет сейчас фармить шляпу. А перед тем, как мы будем фармить шляпу, там еще столько проблем предстоит решить. Итак, map. Paper есть. Glowstone Dust есть. Paper мы используем. Как мы используем paper? Мы обкладываем все вокруг и по центру Magic Focus. А Magic Focus из Glowstone, какой-то хреноты там, из пера ворона и Торчбери. А, ладно, я думаю, настало время показать вам нужные факела. И, наверное, тосты возьму с собой. А, нет, у меня же Saturation, черт возьми. Туплю. Ну тогда, не знаю, Redstone возьму с собой. Окей, ну что, пойдем. Покажу вам, как это все происходит. Но у меня есть гасты нападали. Один из этажей лифта они сломали. Это придется чинить, если я здесь буду жить. Если не буду, то нафиг его. Ну так вот. Что мы имеем? Как я все это обустроил? Ферма эссенции от Баша. Мне было так лень чинить все это, так что я уже просто забил на эту хрень. Итак, есть вот эти эссенции Берри Баши, вот так они фармятся, их лейкой поливаешь, они быстрее фармятся. А, есть сивер. И как работает сивер, как он перекачивает экспириенс в эссенцию, моб-эссенцию? Активатор кликает над ним правой кнопкой мыши, и все работает. Но мы-то не активатор. Если мы будем кликать эссенции над ним правой кнопкой мыши, мы будем жрать опыт. А это не то, что нам нужно. И, ну, здесь TNT взорвался, ребят. Все разнесло мне, блин. Кспиша. Я использовал Кспишавр. Присоединил его вот сюда вот. А здесь вот вставал и сбрасывал опыт. И шавр спамил сюда опытом в эту просеиватель. И все работало. Ну, если кому будет интересно, я позже могу показать. А пока погнали, черт возьми. Вдолбанный Twilight Forest. Мне нужны чертовы. Кто? Чертовы кто-то. Чертовы шляпа ведьмы. Ладно, я не готов на самом деле совсем. А, я, по-моему, Twilight Forest портал-то это самое сломал. Ну ладно, это не проблема. Че там саплинги нужны? Земли немного. У меня есть саплинги какие-нибудь? Ну, я думаю, ок, саплинги вполне подойдут. 12 саплингов. 2 вотербакета. 12 земли. Эссенция мне не нужна, спасибо, конечно. И все, можно... А, алмаз еще. Не могу добывать по одному алмазу, приходится, блин, блоки ломать, чтобы взять один алмаз. В этом, конечно, огромный минус этой системы. Ну что, ребята, пойдем в Twilight Forest. Let's go. Шляпа ведьмы. Я не готов. Никто не готов. Так, ну что, давайте как-нибудь. Раз, два, три. А, как бы люлей здесь не обрести. Давайте тогда на улице все это сделаем. Тут уж наверняка. Наверняка заспавнюсь где-нибудь в нормальном месте.
Fucking get it. Fucking retarded. Неплохо он меня так покоцал. Ладно, мне нет времени с ним развлекаться. Съедим яблоко. Итак. В принципе, можно здесь просто канавку выкопать. Так. Канавку мы заливаем водой. Берем с собой воды. Не знаю зачем, просто возьмем с собой воды. Сажаем саплинги. И кидаем алмаз. А, ну да, конечно. Кинешь ты алмаз с включенной этой хренью. Окей. Ну что, ребята, отправляемся в Twilight Forest. Расскажу вам про планы. Нам нужна карта, чтобы понять, где находится подземная пещера с сундуками. В сундуках нам нужна пыль, которая превращает мобов из Twilight Forest в альтернативных мобов из Майнкрафта. Чтобы найти эту пещеру, нам нужна эта особая карта. Чтобы скрафтить эту особую карту, нам нужно перо ворона и семечко хрени, которая растет в пещерах местных. Жесть. Ну, погнали. Съедим еще парочку яблок. Благо, бафы стакаются. Ну, на 30 минут. Более чем достаточно, я думаю. Камень на ходбар. Sapphire Net Reusable. Вряд ли он там пригодится. В таком виде, в котором я приготовил его. Ладно, погнали. В этот раз мы умеем летать. Надеюсь, что все будет хорошо. Дайте пятюню. Интересно, новый портал создаст или в старый меня пихнет? Хотя мне это не имеет никакой разницы, если честно. Цунами! Brave the storm! Видать, он швырнул нас в новое место, а может и нет. Но почему-то карта генерируется заново, не знаю почему. Так, эти начали спавниться, цунами хреново. Да, мы были вон там, вон. И сейчас мы вот здесь вот. Значит, все-таки новая карта. Что нам нужно? Нам нужно найти в перо... Ух, ёб твою мать, как вас много. Нужно... Ох, как много, чёрт возьми. Прилетели наверх, что ли, не знаю. Как от вас спастись-то? Включаем наш замечательный Black Hole. Смотрим, что у нас есть. Destruction Catalyst, вряд ли он понадобится. Ну, вроде все так есть на ходбарах, так что... Погнали искать, что нам нужно. Нам нужны вороны. Вороны где-то по земле ходят. И нам нужны... Возможно, надо было лутинг схлопотать с собой, сворд, но... Сорт. Что-то я как-то об этом не подумал, так что уже пофиг. Итак. Ищите воронов. Вот они. Дай перо, дай перо, дай перо, дай перо. Дай перо, дай перо, дай перо. Перо, перо, перо. Окей, у нас есть перо. А, теперь нам нужны... Нужно найти первую попавшуюся пещеру. И в ней найти... Вот эти так называемые торчбери. Их называют торчбери, не знаю почему. А, это... Ах ты, сучарство. Сучарская чупакабра. 70 хп у чупакабры. Да, тут мне лучше совсем ни с кем не связываться, но в ту пещеру, в которую я пойду, чтобы отыскать эту пыль, я могу там умереть, я признаюсь вам. Несмотря на всю мою... Ах, просто я не знаю, это максимальнейшая броня, которую я могу себе позволить на данный момент. И я могу окочуриться там как гребаный дрищ, не знаю. Придумайте какое-нибудь легкое сравнение, как я могу там окочуриться, и напишите в комментариях. Итак, ладно, ищем первую попавшуюся пещеру. Нам нужны торчберисы, чтобы скрафтить карту особых пещер. Это пещера. Это торчберис. Окей, пожалуйста. Спасибо.
А теперь мы крафтим Torchberry, перо, Inclostone, получаем Magical Map, фокус и нежное дерево. Как я так не подготовился и не взял дерево, я не знаю. Ну да ладно. Не нужно дерево, только ради верстака. Окей, делаем верстак. Делаем карту. Blank Magic Map. Окей. Не знаю, надобится ли мне Crafting Station, но давайте возьмем и... Тут у нас показаны все эти пещерки. Пойдем вот какой-нибудь вон в ту, которая перед нами. Где это должна быть? И в ней надо найти сундук с зельем превращения, с порошком превращения. Так, она где-то здесь. Бараны бодаются. А, это чупакабра здесь лесничает. Где-то она совсем рядом, прям вот здесь вот где-то. Я не помню, она должна быть показана на земле, на... Или давайте лучше вот в эту сходим. Она как-то более понятная. Ну, не то, что более понятная, но она как-то более большая, я бы сказал. И, возможно, в нее легче будет найти. Похоже... Тут не совсем то, что я хотел найти. У нас альфа-йети сидит. Нет, это не то, что мы ищем. Хотя, может, у него есть сундуки? Альфач, ты тут сундуками не балуешься? Альфач. Да-да, слышу вас, чупакабры. Как вас можно не услышать? Ладно. Ну, давайте тогда вот в эту пойдем. Какие здесь деревья? Особо огромные. А, или давайте даже, знаете, вон в ту пойдем. Или, погодите, да, вот это лучше. Возможно, вот эти столбы обозначают спуск вниз, в шахты, но кто знает, поэтому... Я не разбираюсь в Twilight Forest, вы знаете это, я вам уже говорил. Так что, вот она, вон сундуки. Все, что нам нужно, это просто зайти и найти этот чертов... сами вы знаете кто. Порошок. Окей, я просто забираю порошок. Здесь нет порошка. А, фак. Здесь. Нет. Факел. Здесь. Порошок. Окей. Мы нашли порошок. Дайте пить у него. Дайте кулак, бро. Дайте все, что хотите. Мы просто сделали сейчас невозможное. Мы нашли этот долбанный порошок. И есть немного поппи, которую можно выращивать. Или это поппи, это розы. Это, по-моему, не то. Черт. Поппи, да, это розы, это не торнцы. Ладно. Не розы, точнее, это какие-то поппи. Теперь у нас... Нам нужно найти спаунер друидов. Это колодец. Вот это возможно, но здесь какая-то крыша обломанная, так что, скорее всего, это просто пустышка какая-то. Спаунер друидов, ребята, это просто деревянный дом какой-то. Деревянный дом. Вот он-то. Это спаунер друидов, видать. Очень вероятно, что это он. И я не отметил портал. И не взял алмаз. Факин ретард. Ну ладно, тут у нас есть... камни, так что я надеюсь, что там мы найдем свой старый портал. Че, полетели к друиду? Полетели. Я идиот, но почему я не отметил портал? Как я вернусь домой? Чертов кретин. Ладно, у меня есть два ведра, если что, закопаюсь в шахты, найду один алмаз. Я надеюсь, это не будет так сложно. В случае совсем большой проблемы. Хотя у нас... все складывается очень неплохо. Так. Тут у нас... спавнер, предположительно. И как все это будет работать, ребят? Работать это все будет следующим образом. То есть мы друидов
Поливаем порошком, они превращаются в ведьм, и ведьмы прячем в сафаринеты. Зайцы протимочит. Спрячем как можно больше, а потом попробуем, если... Хотя нет, даже можно не обязательно прятать. Надо спрятать... Да ладно, да, спрячем парочку штук, а остальных... На остальные просто потратим порошок и убьем их на... А нет, наверное, на месте нет такого смысла, потому что... У меня же нет кливера. А мне не нужен стих кливер, мне нужен лутинг. А, лутинга у меня тоже нет. Ну, в общем, да, ребят. В таком случае все равно убьем их. Потратим порошок, потому что я все равно заюзаю сафаринет и найду их, надеюсь. А, да, вот мой старый портал, я рад, что он тут близко. И это у нас... Это же спаунер друидов. Где он? Это сраный колодец. Фак. А выглядел достаточно... Достаточно объемно. Фак. Ладно, но все так же надо найти спаунер друидов. Ничего не изменилось. Крепость Лича. Тут есть боссы особые, ребят. Twilight Forest-овские. И в Achievement Book у меня есть, по-моему, квесты по убийству этих боссов. Так что, возможно, мы этим займемся потом. 31 минута идет серия, так что, в принципе, можно закончить на этом. У нас все есть, ребята. Нам осталось лишь найти спаунер друидов, превратить их в ведьм, забрать ведьм, выформить из ведьм шаляпу. И мы на коне. У меня будет тот источник EMC, который мне нужен. Ладно, ребят, всем спасибо за лайки, спасибо за комментарии и давайте свои кулаки. Всем доброго времени суток, дорогие бро, с вами Ваш. Сегодня у нас очередное видео по танкам. Не фармится, ни агро, ничего не может. Беспомощный. Забирание, пибел! Саунд-эффекты! А ты че думал, долби диджитал, ёп? Не, ну сейчас буду озвучивать всего персонажа.